Добрий вечір тим, хто до нас доєднався, ті, хто дивляться нас вже давно, ще раз раді вас, так би мовити, вітати. Чесно вам скажу, я не знаю, що у нас тут відбувається. У нас тут і сімейна атмосфера, і затишок, трошки піжамок, просто дітям скоро спати, вони зразу в костюмах. Це Бродвей, що тут додавати? Давайте привітаємося, будемо всіх перераховувати. Хочу сказати відразу оплески. Так, можна оплески, да. Все як на сцені, все по-домашньому. Так, так, так. Давай представляти. Хто у нас сьогодні в гостях? Ну, Тетяну Слободську-Кислицю, я думаю, знають всі, керівника класного танцювального колективу. Да. Я буду говорити своєю мовою. Ні, тут треба неправильно слухати. Тут же ж не все таки зразковий танцювальний колектив студія сучасного танцю Бродвей. Не ми давали це звання, не мами нам забирати. Да? Таня, і тепер свій. Вибачте, я так погано скажу. Оце ось виводок. Називай, хто з тобою сьогодні прийшов. Прям как стая, выводок. Да, ну, да, то есть, да. Это тоже хорошее сравнение, очень приятно. Дело все в том, что вот на первое хочу сказать вот такую ремарочку. Правильно было замечено, все по-семейному. Почему? Потому что Бродвей — это что? Это семья. На самом деле, действительно, большая танцевальная семья. И главный принцип нашего Бродвея — это действительно достучаться до души каждого ребеночка и раскрыть его максимально. И если, не дай бог, есть какие-то негоразды жизненные или что-то еще, то есть это мы все решаем вместе. Поэтому Бродвей действительно это семья. Знаем нас с ними. Мне интересно, кто у нас тут? Кто у нас тут? Это участники, в первую очередь, и победители Чернігів The Best. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше. Я хочу дізнатися імена діток. Настя. Так. Софія. Діма. Даша. Хто там у нас спрятався? Ну? У мене питання, як вона запам'ятовує всіх. Влада, Максим, вот. Слава Богу. Тетяна. Знову виговорила, видавила себе. Отже, з другим місцем вас вітаємо. Дякую. Бродвей заслужив, можливо, і кращого місця. Але да, вас вітати з другим місцем, чи ви не задоволені? Як би там не було, це перемога. А дайте дітей запитаємо. Ви зараз покажіть, вам сподобалося ваше тільки друге мікрофон. Місце? Не в мікрофон, просто показуйте або так, або не сподобалося. Сподобалось? Да. Тобто так. Вам подобається програвати, так? Тетяна, не розчаровані були ви? До второго місця займаєш. Дайте мікрофон, будь ласка, дітям, щоб вони це говорили в мікрофон. Ну, говори, повтори. Вам сподобалося ваше друге місце? Так. А ви друге місце завжди отримуєте, так? Так. А коли буде перше? Не знаю. Та ні ж, чому так трапляється? Чи друге місце, друге місце? Діло все в тому, що, в принципі, с одной стороны, ожидаемо, с другой стороны, не ожидаемо. Мне очень приятно, что на самом деле нас поддержали. Единственный для меня был, лично для меня, какой-то момент разочарования, когда я узнала, что по голосам за нас проголосовало 728, по-моему, если я не ошибаюсь, человек. По моим данным, это было больше 1000 однозначно, потому что, ну, потому как сами люди звонили, отписывались, что они проголосовали за нас, это с разных уголков Украины, я вам скажу честно, потому что у меня и одноклассников, и друзей везде много, помимо того, что у нас участников было только 60. Но я к этому отношусь нормально, и всем своим танцорам всегда мы говорим, и все тренера говорят, что главное участие, правда? Конечно, естественно, хотелось бы самых первых мест, но если не получать вторые, третьи премии, да, то не к чему будет стремиться. А у нас всегда есть к чему стремиться, да, мои хорошие? Да. Учитывая того, что этот номер на такой большой сцене, это, конечно же, первый раз, да. Первый раз он увидел сцену драмтеатра, второй раз вот эту сцену. Мне больше всего, я считаю, огромнейшей победой то, что как нас приняли, то, что мы этой песней, этой постановкой смогли растопить чьи-то сердца, чьи-то души, потому что песня на самом деле не просто музыкальный трек, а она со смыслом, да, там детки, которые живут в детдоме, у которых нету пап, мама, им снится сон, они хотят, чтобы у них была мама, пришла, увела за руку по миру из всевозможных прекрасных. Таким чином долучили навіть мам до цього. Да, і самое важное здесь, помимо того, что у нас самые манюнькие 4-летние, 4-5 лет, да, вот там задействовано 3 группы деток. И помимо всего этого еще участвуют мамы вот этих вот манюнь. И, естественно, когда человек ни разу не выходил, не то что на такую огромную сцену, он вообще не выходил, он не публичный, он где-то, ну, каждый занимается своим делом.
Но каждая из мам не отказалась. У нас даже есть мама, одна мама, которая только вот родила. И вот там вот Лялечка, да, в колясочке, там буквально несколько недель, а она все равно танцевала на сцене, ну, с ребенком, потому что... И она при Наді была, когда она в драмтеатре танцевала цей номер. То есть мне очень приятно, что мамы тоже так вот откликнулись, когда... На самом деле, немножко истории. В том году мы ездили в очередной раз с одной из групп на конкурс подальше. Когда мы едем куда-то подальше, это я называю за Чернигов, да, то есть Киев и дальше. То есть у нас был и Каменец, и Львов, и за границу мы ездили. И вот там есть возможность больше пообщаться с родителями, потому что когда они приводят детей, забирают, то есть очень мало времени, да, тренировка пролетает, там какие-то моменты пролетают. А когда ты в дороге, есть возможность вот этого больше общения. И вот идея вот у нас когда-то была группа родителей, но это было уже там почти 10 лет назад, в которой, кстати, это самое интересное, я тоже танцевала в положении на сцене со своим ребенком, да, было это такое. Ну, це якось не дивно взагалі. Да. В принципе, бывает, когда ты... Повторяется, получается. Ты в кресле зараз сидишь и пританцовываешь. Да. Ну, а если бы еще был батут, да? У меня есть запитання с приводу цього, постановки цього номеру. Тобто, ви з нуля робили цей номер? Чи, можливо, піддивлювались десь і повторювали? Ну, самое интересное, что полностью постановку номера, это нужно уже спросить у тренера, который ставил эту постановку, именно постановщика Виктория Васильевна Богдан, которая именно вот эта постановка занималась. Где тобто, она подсматривала, или это все в ее голове. А? Плагиате вас можно звонувати? Ну, понимаете, там в музыке тоже 7 нот, правда, да? То есть как мы ее интерпретируем, и как мы ее делаем, там где-то какие-то, как и в танцах, па какие-то повторяются. Но то, что тема и как она обыграна, и что это сделано, то есть я пока такого не видела. Если кто-то хочет нас в плагиате уличить, то, пожалуйста, пускай обращается, мы будем... В споре рождается истина, правда? То есть я... Мы будем отписываться, так? Да. Я не боюсь никаких моментов. То есть самое главное... Ну, концепт в чем заключается? В том, что когда мы предложили эту идею родителям, то есть те родители, которые предложили танцевать с детьми, они пока остались за кадром. Потому что вот когда началась делаться постановка, то как раз вот ту группу, которая предложила, они в контекст не вписывались, да, потому что вот, больше подошли младшая группа. Вот, и поэтому те еще родители тоже уже сидят и ждут, когда они выйдут на сцену. Поэтому идеи... Продовжуючи, якщо можна, є два питання. Найперше, найактуальніше. Коли на сцену вийдуть татусі? Кстати, ідею подав папа. Не, ну, то ну вот ту да, идею да, подал да. Папа, пока вышли мамы, значит, следующий уже матч, реванш, это папы. Чи ви боялися, що татусі не знають своїх дітей, вони інших почнуть забирати, ну, в цей момент, ні? У нас, кстати, очень сознательные родители, много пап, которые приходят и забирают деток с танцев. То есть так, они знают своих детей, и ни разу ни один не потерялся, говорю вам честно. Відкриваємо, значить, партію за те, щоб татусі теж виходили может, на сцену, а то может, все мами і мами. Может, так. Ми пап на батути поставим? Ну, чудова ідея, чому б ні? Кстати, да? А ще напригають у вас? Я прийду за вами. Ще напригають на батутах у вас? Некоторые прыгают, скажу чесно. Снова рассвет, снова развеются эти волшебные сны. Но дети верят, дети надеются, что будут мамам нужны. Если мы все за них помолимся, сбудется этот сон. Снится сон, мама за руку возьмет и с собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней. Це були справжні емоції. Да. Я себе зловив на думці, що я занадто сентиментальний для таких номерів. Ти знаєш? Ні, я ще тримаюся, але було близько. Уходь.
так, ми можемо можете сідати, сідати, да, так, на можемо місце. Сідати на місце. Я не цікаю. Я ж кажу, що я не знаю, що відбувається зараз у нас тут. Діло все в тому, що на самом деле, от про емоції. Ну, поначалу, це, наверное, перший, наверно, місяць плакали всі. На всех тренировках, репетициях. Вот дети, может, пока еще не вникали в то, что, о чем идет речь. Ну, особенно малыши, да. Но им нравилось, что там мама, вот звезды, помолим. Ну, то есть вот это все как-то было близко, да. Но смысл, вот эти старшие уже, ну, вот, допустим, Настя, расскажи, ты сразу поняла, о чем речь идет в песне, на которую мы ставим танец? Ну, на самом деле, не сразу. Сначала я думала, что типа про семью что-то, а потом, когда увидела полный результат этого номера, я поняла, что это типа рассказывается о судьбе деток, у которых нет родителей. Ну, да. А когда вот, ну, мамам сказать, что мы их привлекаем и все остальное, то есть на самом деле это действительно, это огромный, конечно же, кусок работы, но то, что вот... Самое важное в этом всем, что это не оставило равнодушным ни одного человека, который это слышал, видел, причастен был. Вот. И когда вот мы, почему мы на Черенгинзе Бэнс готовили его изначально, но получилось так, что у нас было 15-летие коллектива в мае, и The Best вот так вот как-то в датах одинаковых, а у нас еще не успели пошиты были костюмы. А на такое количество их вообще 80 человек выступало. Это на Черенгинзе Бэнс нас было 60, потому что, ну, некоторые поболели, и все остальное, да, и сцена, в принципе, тоже вместить было сложно, да. И мне очень радостно, что я же говорю, что тот, кто видел, ни один не остался равнодушным. Каждый подошел, кто меня видел, кто вот мы разговаривали, там какие-то вот сообщения, все остальное. То есть о том, что то, что мы тронули человеческие души, это прекрасно. Вот это самое важное. Вот это победа. Так, тепер... А с приводу костюмов и, власне, взуття, якого немає тут. Тому що я була на забесті, я бачила прекрасно ту погоду, відчула її на собі. Поэтому они однозначно победители. Герої просто. Така погода, это, ну, нам, ну, знаете, с нашим... От скажи мені, будь ласка, чесно, Настюш, було холодно? Холодно, дуже холодно. Відчувалося це вам? На самом деле не сильно, потому что когда мы зашли на сцену, там были обогреватели, и нам было не так холодно. Но потом, конечно, когда сошли уже со сцены, очень стало холодно, и некоторые дети даже заболели после этого выступления. Да. Захворіли діти? Ну, це б не треба було говорити, ну ладно. Ну ми ж по-сімейному, у нас никаких тайн. Вопрос в том, что нам разуться только каждому нужно было... Ну, представьте, 30-30 человек двух сторон, а там место вот, ну, где переодевались, вот возле сцены, ступенечки, небагато. И все, возле ступенечек просто вот разувались, поднимались, сделали вот такие островки. На сцене, да, было тепло, на самом деле, действительно, ну, там очень такая прекрасно. Там пушка, там помню, да, обещали, что будет сцена теплая, мэр обещал, все сделали, ну, то есть спасибо Ирине Довжико, ну, то есть все было в порядке, да. Но дойти же до этой сцены нужно было, а они же в пижамках, ну, ну все. Они настоящие артисты, они прошли крещение. Да, мы навіть давали інтерв'ю в пижамках, не переодягаючись. Це велика шана вам всім. Тобто ти знущалися над дітьми, оце на вулиці, холодно, пижама. Да, еще у нас была именинница в этот день, да, вообще же. Так, дівчинка Поліна, так, була іменинниця в той день, і вітали всім. Так, тепер у мене емоції від номера трохи відійшли, тепер я буду так конкретно. Номер готували до The Best, я ж правильно розумію. Це який твій The Best, нагадай? Ну, 10-й, 5-й. Вообще, по-моему, всего The Best of 5 было, да, если не ошибаюсь. Ну там ще був Чернігів має таланти. Давай ну, в принципі, один раз ми все раз пропустили. Угу. Тобто постійно. Где-то так, вот, да. То есть мы постійно приймаємо. Які місця були? Ну, к первому мы не доходили, скажу так. Ну, я же говорю, учитывая все моменты и компоненты, то есть они победители для меня сейчас, это однозначно. Не-не-не, я зараз не до цього, я ж під цей рік. А вообще, да, в том году у нас было третье место, третья премия, вот, до этого тоже там были свои определенные эти, но финансовых нагород у нас не было еще. Але тепер ви маєте? Тепер ми маємо, да. 2000 гривень? Три. Три. Куди що витратила? Ти забрала тисячу? Не витратила ще, так? Ще не витратила, тому що... Ще не отримали. Процедура, ми знаємо. Да. Сертифікат. А зато сертифікат гарний. Але я сподіваюся, цукерки дісталися всім. Чи не всім. Також була трагедія. Ну якщо весь Настя, потім сертифікат. Дісталися цукерки? Вам дісталися тільки наймолодшій групі. Їх не вистачило. І після того, як ми виступили, діти... старші, вони почали... Плакати? Ні, вони почали, типу,
В общем, дело дошло до мамы. Ну, а ты маленький, да? Да, они типа говорили, почему маленьким конфеты, а нам ничего. Бо вони маленькі. Так, дайте я закінчу свою тему. От з вами, дівчата, дуже тяжко поки. Ну, потім вони зрозуміли. Значить, ти досвідчений боєць Чернігів ЗБС, вже можна сказати, ветеран. Ну, ти ж розраховувала на те, що це буде мило, що чим більше дітей, тим більше голосів. Правильно, ось так і треба. Скільки буде наступного року? 120 на сцену поміститься? Ну, якщо наш любимий мер зробити сцену два рази більше, то будемо вести 120. От правильно, я про це і говорю. Шановні учасники ЗБС, вчіться досвіду ось цієї дівчини, яка вже чітко знає, як вигравати треба Чернігів ЗБС. Обращаюсь сейчас к нашему мэру. Ну, давайте в сцену больше, сдадим больше детей. Мне кажется, в Украине нема вже більше. Сцены? Да. Сцены. Ну, спасибо огромное в этот раз. На самом деле и ЗБС тоже растет, тоже мудрее, да, как говорится, мы каждый год, мы учимся на своих ошибках, и слава богу, да, когда, если мы дошли до такого уровня. Вот ЗБС, вот если в том году нам пришлось с музыкальной аппаратурой и радиоаппаратурой танцевать, то есть вроде площадка большая, а на самом деле было вот это, то в этом году программу сделали так, что мы не соприкасались, и на самом деле максимальная площадь для танцевальных коллективов действительно была. И в этом плане действительно огромное спасибо, да, за теплую сцену, как обещали, и за пространство, которое действительно было. Ба навіть більше, я можу сказати, що це навіть був великий подарунок, в принципі, цирковим колективам, танцювальним, бо на великій сцені великі колективи виглядають набагато краще, ніж на великій сцені один соліст, наприклад. Тому тут це був, знаєте, такий ЗБС, це таки для танцювальних колективів, і слава Богу, що ми таке побачили. Ну, дуже приємно, я ж говорю, раніше ми бачили таке тільки, допустим, от там, ті ж самі Чорноморські ігри, коли вони були давно ще танцювальними, тільки там був такий рівень, да, сцени і екрани, і все остальное. Потім в Києві, в деяких містах, ну, не везде, це тільки комерційні конкурси і все. И очень приятно, что в нашем родном городе, который, да, не миллионник, который несколько сотен тысяч, да, но при этом у нас есть такая возможность на шикарнейшей площади, на такие прекрасные экраны, когда каждый зритель мог увидеть каждого. И вот это действительно приятно, что є така можливість. Я хочу все ж таки перервати тебе і повернутися до Чернігів. Я можу говорити вічно. Так, я це вже зрозуміла. Та й говоримо вже про вічне. Повернутися до цієї миті Чернігів ЗБЕСТ, коли вам дало перемогу, так, друге місце. Як ви святкували чи не святкували? Чи не було настрою? Ну, я ж говорю, саме цікаве колективом. Ну, як не святкував? Ну, колективом, батьками там, можливо, збиралися. Ну, діло все в тому, що на самом деле обняться, поцілуватися, фоткатися, вот эти емоції, это все було. Ну, фотографуватись ти любиш, да, я вот це помітила. Ну, так вийшло, що совпало і моє день рождения, і ще какой-то день рождения, і все вместе, поэтому і The Best, і фінал, і, ну, много очень. Неймовірна кількість емоцій. Да, очень тяжело было выдержать этот наплыв, поэтому мы решили сделать паузу, а потом красиво отметить, да, дети? Тогда, когда коли потепліше, сертифікат привратиться в день. Я тільки хотів сказати, ти тепер зрозуміла, куди піде сертифікат. Когда сертификат превратится в деньги, то тогда мы, естественно, это отметим. Правильно? Легким движением руки. Я думаю, что цукерки дістануться абсолютно всем. Конечно, это однозначно. Но у нас просто по-другому не может быть, да? Максим, ты уже заснул, дружочек? Нет? Расскажи. Мне кажется, что он хочет спать уже. Тебе понравилось участие? Да. Да? А что тебе найбільше сподобалось? Что запам'яталося? За бесту. С большой сцены. Когда мы выступали на большой сцене? Танцевать. Танцевать. И это наиголовнее. Так. А с кем ты танцевал, Максим? С Димой. А еще с кем? С мамой. С мамой. Вот видишь, как прекрасно. А маме понравилось танцевать? Да. Ты так думаешь или она говорила? Думаю. Думаешь. А скольки рочків? Максим, сколько тебе лет? Скільки тобі рочків? Пять. Пять рочків. Уже большой, да? Дорослий, дорослий. Скоро в школу пойдем, да? І в школі теж будемо танцювати. Нюш, ну дивіться, Чернігів ЗБЕСТ вже завершився. Вже немає про що говорити, в принципі. Так, ну, отримали свою нагороду, та й добре. А зараз... Розкройте секретик, да? До чого ви готуєтеся? До яких конкурсів, можливо? Настя, ти... Настя бере мікрофон, наверное, знає Настя більше. Говори, Настюшка. Настя, може, не треба, бо якщо вона скаже, то ж доведеться потім це виконувати. Дело все в том, что планы, конечно же, только начался учебный год. Естественно, планы Барбароса, как говорят, да, там, Наполеона или кого хотите, да, ну, то есть
они есть, некоторые мы уже выполняем. Сейчас вот день учителя, да, на разе скоро. То есть я с приводу уже... конкурсов хочу запитати, куди орієнтир тримаєте? Орієнтир поки що на Київ, до Києва, потім або Львів, або Буковель. Ну, це все залежить від того, як спроможні будуть наші батьки. Тому що все одно все за кошт наших дорогоцінних батьків. Ну, ми про подорожі почали говорити. Ще ти далі Буковеля хочеш? А потім я вас запрошую. Знову кудись запрошую. 20... От ви запросила нас з собою в Буковель. Вона кудись на концерт запрошує. От, да. Новогодній концерт, який ми кожен рік... Дід Мороз на якому к нам приходить. Працювати, да, у нас буде в декабрі. Пожалуйста, ми вас приглашаємо, приходіть. Може, вам Дід Мороз теж подарочок приготує? Можна я просто прийду? Можна. Просто прийду. Просто. Все. Просто. Домовились. Ти, в принципі, нікуди просто не ходиш. Зробимо. Поэтому в декабрі це концерт для всіх дітей нашої студії громадніший. Ну, все, вже по стандарту. Це, в принципі, ну, а потім, концерт, а потім Польща. Ми поки говорити не будемо. Потім Польща. Розкажеш, да, там багато всіляк. Ні, все ж таки хочеться дізнатися. Оця концертна програма, яка буде на Новий рік, це, в принципі, взяти всі ці номери, які були у вас на дні народження Бродвею, так? Все наново переробили? Ні, діло все в тому, що ми ставимо таку, знаєте, планку, як у нас, скільки, 6 метрів, скільки там сантиметрів у бубки, да? Тобто, ну, от ми ставимо все время граничну. От ми починаємо в сентябрі учебний год, і от ми в декабрі видаємо новий продукт. Тобто, ті номера, які будуть достойні вже виходу на сцену, нові, да, 3 місяці, образно говоря, роботи, учитывая те, що ЗБ забрав теж 3 тижні роботи, то залишається там взагалі, да, ноябрь, октябрь, ноябрь, полдекабря. Ну, то есть вот 3 месяца работы и новые номера. Сейчас будет опять пошив костюмов, новые номера. Поэтому... Что я могу тебе сказать? Ну... А кто для вас шеет костюмы взагалі? Ну, у нас несколько швей. Ну, как я так смело говорю, у нас несколько швей. Мы сотрудничаем... Такое выражение, что ты просто шеешь костюмы. Самое, вообще, хочу сказать огромнейшее спасибо нашим мамам. Те, которые уже, допустим, с нами 5-10 лет, это понятно, это уже низкий поклон всегда. Те, которые только присоединились и поняли вкус этого всего, что мы делаем и для чего мы это делаем, и помогают, вернее, которые не мешают, это огромнейшее спасибо, а которые помогают, низкий поклон. Поэтому, если бы не мамы, которые... организовывались и помогали. Вот такой, Татьяна Анатольевна, вот есть там и то-то-то-то. Окей, спасибо вам большое. Знаете, как вот какие-то ангелы-охоронцы, они мне допомагают. Тобто ти сама, скажи, не заряджаєш, по-хорошому я маю на увазі всіх, хто навколо. Чекай, можна я запитання здам? З приводу цієї скаженості, от хочу учасників колективу запитати. Пані Тетяна, яка вона насправді? Кричить на вас? Свариться? Вона не кричить на нас, але вона може повести голос, коли ми заслугуємо на це. Коли ми щось зробили або не слухаємося керівника. Ну, хоч то не вона б'ється, командир, і то, слава Богу. Так. Ну, так. Да. Командир. Б'ється, це не про нас. Дивіться, у нас сьогодні день туризму, власне, хочеться запитати, так, у тебе, Тетяно, де любиш подорожувати? Найулюбленіше, за браком часу треба одне вирішити. Найулюбленіше. Місце. Відпочинку. Місто. Відпочинку чи подорожувати? Подорожі і відпочинку. Просто, якщо дуже мало часу, то це тоді наша любима Десна. Я виходжу на берег ріки і наслаждаюсь, і стараюсь перезагрузитися, наслаждаюсь нашими вот этими красотами. А взагалі, був такий період, я взагалі уїжджала від всіх. От ліс, ріка, красота. Ну, я просто сама родом з таких міст, да. Щорса, Сосновська вже зараз. Угу. І в ліс, дорога это была для меня любимым местом, и лагеря были в лесу, и все, я имею в виду пионерские лагеря были в лесу. Вот, и мы играли там все время. Для меня это вот как отдушина какая-то. Конечно же, люблю путешествовать. А зараз, поки ти будеш далі говорити, давай наші дітки будуть з'являтися потроху для наступного нашого номеру. Да, вибігайте так, потрошечку, ага. Так. Так выходите, вот, выходите. А самое большое, от этого устаешь больше всего, говорю честно. И это скажет любой тренер, который с этим занимается, любого коллектива, да. Но я люблю путешествовать с Бродвеем. Я говорю, это сложно, но можно, да. Это тяжело, но это такие эмоции неповторимые. Вот эти вот сложности какие-то, которые возникают, они всегда возникают, давайте говорить честно, да, в дороге, там, в каких-то этих ситуациях не вне дома. Но вот это, наверное, у меня
воодушевляет, и я потом отдыхаю еще после этого еще недельку, а потом я опять хочу все это слушать. А зараз мы будем подорожувати разом за таку класну Бродвеєм, да, танцювальною країною. Дівчата готові станцювати другий вихід. Повеселіє, да? І давай прощатися, мабуть, одразу. Уже ну, одразу ми прощаємося, а потім нехай дівчата танцюють. Ми дякуємо нашим телеглядачам за те, що були з нами. Залишайтеся, побачимось. А може, все добре. А для вас танцює зразковий танцювальний колектив студія сучасного танцю Бродвей. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the firemen, I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. And my band bout that. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Never, 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 never feel.